Приветствую всех зрителей моего канала. Мы приехали на дачу. И опять все в траве. Я такого не ожидала. Вот опять участок за неделю весь зарос. Вот опять взялась за косилку. Это судьба мая и июня. Вот представляете, какая огромная травища. Все в траве. Вот взяла косилку. И вот так вот сразу. Такой вид. Даже сразу другой вид. Такая красота. Наверное, столько земли, сколько у меня, косить было бы очень сложно, если бы не было какой-то техники. Наш участок 10 соток, и поэтому, конечно же, приходится трудно, используя обязательно газонокосилку. Но мне нужны и помощники. Поднимаю. Угу. Вот такая у нас новая коптильня. Новая игрушка мужа. Вот сейчас мы ее... Что делаем, Валера? Обжигаем. Сейчас она обожжется. Так, тут даже у нас вот термометр есть. Вот. Вот моя подружка спрашивает: Марина, как же у тебя лежит матрас под дождиком и не мокнет? Дело все в том, что матрас, который на качелях, я закрываю вот этим матрасом. Этот матрас из ткани непромокаемый. Этот матрас шезлонга. Он может лежать под дождем и не намокать. Я так прикрываю подушечки туда и вот так вот прикрываю. Так что он лежит, на него не попадает дождик. Ну, а спинка закрывается крышей. Поэтому качели остаются сухие. Вот. Вот такая хитрость. Расцветает жасмин. Какая красота. Такой запах. Такая прелесть.
Так, помидорчики я свои все подвязала к палочкам высоким уже теперь. Открыла их, пусть растут. Вот они все цветут у меня прекрасненько. Мои черри. Где-то даже я видела уже помидорчик. Вот, по-моему, на этом где-то был помидорчик. Да, вот он. Вот он, помидорчик. Так. Укропчик у меня растет хорошо. Так, перчики. Перчики тоже. Вот это вот, не знаю, это цветы, наверное. Только начинает цвести. Руккола. Обрезала руккола, потому что в цвет пошла. Пусть посидит немножко, посмотрю. Так, перчики пока маленькие. Думаю, что, наверное, палочки мне и нужны. Хотя, в принципе, можно подвязать палочки. Так, это я убрала редиску, у меня освободилась грядка. Можно что-то посадить. Так, огурчики. Огурчики полила, палочки поставила. Ну, решила я их немножечко пока притянить. Мне кажется, огурчики культура нежная. Лучше притянить. Ась хозяйничает, хозяйничает. По лавочкам лазит. Все туи сегодня я обработала эпином еще раз. Обрезала все сухие веточки. Постаралась их немножечко облагородить. Вид у них, конечно, гораздо лучше стал, нежели был раньше. Обрезала всю сухоту. Так, вот астильбу я сажала в 22-м году весной. Ну, вот никак она не пойдет. Что-то все прям очень хиленько, хиленько, хиленько. Хотя сорт, по-моему, совпадает. Так, ну вот это вот мои хосты. И посадка тоже 2022 года. Это гигантская хоста Blue Angel. Вот за 2 года она такая. Покупала я корешочки в Ашане. Так, следующая тоже совпала. Хоста гибридная Карин или Карин. Вот она такая. Вторая вот такая, но я ее пересаживала. Может быть, что-то у нее не очень хорошо развивается. Вот это вот такая. Следующий сорт не совпал. Вместо вот такой с окантовочкой желтый гибридный сорт. Вот такая хоста светло-салатовая. Но она тоже очень красивая. Единственное, что ее очень любят съедать всякие насекомые. Так, следующая хоста выглядит вот так. Вот, посмотрите. Примадонна. Тоже это все 2002 года посадки. Посмотрим, как все это будет развиваться. И еще одна у меня большая, гигантская. Вот она. Здесь посажена. Она у меня подбивает мою конику. Вот таким вот образом. Вот. И вторую я ей посадила в пару в прошлом году. Ну вот она только-только начинает. Буду здесь заканчивать грядку. Две такие хосты. Грядка у меня длинная вдоль дорожки. Такая вот клумбочка. И вот так вот будут хосты. Здесь я одну как раз вот пересадила, ту малютку, потому что ее здесь забивал
О, забыла. Ладно, вспомню, напишу. Так, это дельфиниумы. Сегодня я грядочку всю мою цветочную обработала от сорняков, почистила. Более-менее стало все видно. Дельфиниум зацветает. Начинает зацветать. Из посадок 2002 года вот не выжила гейхера, не принялась. Флокс не получился и Вероника. То ли корешки были плохие, посадочный материал, то ли замерзли, непонятно. Вот остальное показал хост. Пошли хостом радуемся. Начинается лето, начинаю наводить красоту на своем участке. Котика выставила, свои горшечные культуры и лавочка. Лавочку надо помыть от птичек. Птички ее очень любят. Вот такой вот у меня котик красивый. Приехал из Александрова, из поездки в Александров, как память, сувенирчик. Вот. И над входом петунья уже развесила я. Вот такие красавицы у меня. Очень симпатичные. Так. Здесь у меня в тени груши. Два кресла, на которых можно посидеть. Велосипед с петуньями. И клумба с гацаниями. Это мои два прекрасных аиста. Один из фикс-прайса, а другой из ленты. Два дружка. Так. Клематис начинает уже бутончики давать. Вот они уже есть, бутончики. Распустится. Прекрасный мой красавчик. Гортензия Аннабель набирает бутоны. Прекрасно подцветет, умница. Несмотря ни на все морозы. Вот сколько будет цветов. Молодец. Люблю, когда у меня пышный куст. Небольшие соцветия, но пышный куст. Мне так больше нравится.